Понедельник в Самарской области облачно с прояснениями и дождь. Днем плюс 2, плюс 4, ночью 0, плюс 1 градус. Ветер юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнце сквозь облака, осадки в виде дождя. Днем плюс 4, ночью плюс 1 градус. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 3 градуса, ночью плюс 1. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, к вечеру возможен небольшой дождь, днем плюс 3, ночью 0 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 59%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.